И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Змил, Покемон, Кэт Макс, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Scrap Mechanic, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Как всегда, самая лучшая рубрика «Крутые постройки», если пьете и кушаете, приятного аппетита. Димончик, удивляй. Все, погнали. Так, начнем вот с такого домика. И, наверное, домище, что-то грузится. Ну, только не рабочий стол. Все-таки домище, да, Димас, не домик, оказывается. Ну, скрап-механик, нет. Ай, надо, молодец. Может, подножки поставим, Димон? Так как он грузился, да, лучше поставить ему подножки. Давай по одной. Давай по две. Стандарт вообще, Димас, две. Давай две. Ну, уже все, давай. По две, так по две. Все. Роняй со всей силы. Здесь лагать не будет, ребят? Да, вообще ничего. Чуть-чуть просело, но это не ничего страшного. Так, заходим. Заходим. О, так это спальня. Опа. А, я думал, подушки. О-о-о. Это. А чё это за столик, Димас? Так, ребята, давайте будем угадывать, с какой-то игры или с какого-то мультика, или вообще что-то за шляпа. Ну, а видишь, как тут стол и стулья поставлены? Прикольно сделано. Да ты не туда смотришь. Нет, смотри, подушки, мне нравится, как все уютно смотрится. Вот, видишь, вот сюда смотри. Большие стулья, потом столики, он занижается, и маленькие стульчики. Ага, я вижу. Я потом тебе в конце скажу, как этот домик называется. Это называется тоже. Маша и Медведь, три медведя. Не-не-не, я скажу потом. Это называется... Сейчас давай, может, я угадаю, может, какие-то будут пасхалочки. Давай на второй. Все, этаж. Давайте наверх заходить. Идем. Так. Как-то двери, да, по сторонам у вас открываются? Это привет, сосед. О, тут еще ванна. Смотри, как двери по странному Димас открываются. Они вообще какие-то очень странный механизм. А мне нравится, как смотрится. Очень прикольно и стильно. Кого-то вообще убило. А еще какие-то вот эти. Так. А что это у нас? Ого. Ого, это бункер, что ли? Нет, это хата. Это шкаф. Так, давайте нажимать не будем ничего. Блин, тут вообще такая вакханалия творится. Так, спускаемся вниз. Тут просто, Димас, гаражик, да, и все. Я не могу угадать, откуда это. Это популярная карта или нет? Не, это такое просто. Какие-то просто сигналки непонятные. В общем, у нас называется эта карта, точнее не карта, а построечка, ребят, извиняюсь. Называется Crazy Хаос. Типа так смотри, Дима, со стороны это, короче, два глаза и нос красный, и рот. Это щелкунчик. Вообще, это, типа, сумасшедший дом. Чего? Ничего не сломалось, реально? А я не верю, как так может быть? Давай еще. А че он крепкий? А крепкий реально дом, ребят, смотрите. Мы ставим лучшие бомбы на планете. Вот что осталось, Дима. Как всегда ванна остается. Как всегда ванночка. Это... Опа, пузырьки остались, видишь? Исчезли. Ага. Так, прикольно. Поганулось чуть-чуть. Так, ну давай это дальше. Беда. Смотрим дальше, ребят. Так, дальше у нас что? О, что-то большое. Просело что-то, Димас, у меня. А что налагает так? Не знаю, давай, Димас, разрушать лучше эту постройку. Я просто... Блин, так и не покатаемся. Но она не оптимизирована, что нам делать? Ну, ребята, видите, как бы, что поделать. Не сможем. Лагает, Димон? Нет, не лагает. Значит, сработало. Механизм прикольный. Пау, палочка какая-то упала. Надо было ее на подножке рассмотреть. Но она бы не работала, смысл. Ну да, просто, ну. Так, давай дальше. Вот, смотри. Смотри. Это пчелка. Это пчела. Иди сюда, Дима, смотри, как она улыбается, если что. Иди сюда. Смотри. Это... Что это? Кто это? Зачем это? Это оса? А где кнопка? А знаешь, как постройка называется? Сейчас почитаю. Ж. Понятно. О, значит, создатель, Дима, знаешь, кто такой создатель? Фанат Куплинова. Прикол. Так и написано, фанат Куплинова. Так, а внутри, может, что-то есть, Дима, стой. Там пусто, я проверил. А внутри ничего, понятно. Просто Дима, такая веселая красоту. Пчелка. Ух, красота. Нормас. Смотрим дальше. Так, а теперь небольшая музыкальная постройка. Моя любимая.
Ой, большая точно. Что? Что это такое? Я не пойму. Мне нравится, Димон. А что это за перделка? Мы такого еще ни разу не видели. Это что-то новенькое. Пердушка-пердушка какая-то. А, я хожу, на меня срабатывает. Стреляет куда-то еще. Кстати, то есть с картона не вас можно стрелять, я буду отваливаться. Стреляй, Димас. Прикольно. Димас, стреляй, стреляй, постройку. Стреляешь? Да. Вообще прикол. Смотрите вам красоту. О, это ты, Димас, да, сделал? Ништяк. Блин, постройки какие-то не особо грандиозные. Во, Димон, то, что это дом на колесах. Смотри, какие рессоры, прям лоурайдер. Димон, заходите в нашу квартиру. О, прикольно здесь. О, зажало меня прикольностью. Вашей прикольностью меня зажало. Просто мы хотим движухой зайти. Все, ништяк. Че тут внутри? Это что, докататься тут так можно? Диман, пройди дальше. Во. Ой. О, мы едем, нет? А куда мы летим? Я отдалю камеру, третьего лица сделаю. Я тоже так сделал, потому что нереально смотреть от первого вообще. Кэт Макс, а куда мы летим? Не знаю. В космос, Димас, покорять. Ты Димас Кэт Макса скажи, потому что я не за рулем. Я вылетел, я ничего не жал, пацаны. Я лечу возле вас! Ты тоже! Димон, здорово! Как дела? Вот, я тебя стреляю. А чего мы медленно летим? Ребята, мы баг поймали, мы медленно очень падаем. Димас, мы вместе с тачкой летим с этой. Как будто. Только я тебя вижу. Димас, что это такое, я не пойму. Я по тебе попадаю там, не? Да. О, я падаю. О, все, ты начал быстро падать. А нет, Димас, я опять летаю. Я могу летать теперь на шиф, что ли? Димас, я под карты. Я до машины подлетел, подлетай ко мне. А я не знаю, как летать тут. Посмотри наверх и шиф нажми и полети. О, я пробел нажал и подлетел. Димас, я пробел на... О, если Ctrl нажать, Димас, ты садишься. Ctrl нажми. Димас, смотри, как я бегаю быстро. А чё за баг? Смотри, Димас, как я бегаю. А чё, смотри, я левитирую. Димас, ты плаваешь. Давай вылезай оттуда. А может это какой-то баг? Это баг, словили жесткий. Смотри, как Димас, я хожу. А я как балерина теперь летаю над землей. Кэт Макс вообще не падает. Я могу либо летать, так же продолжать. Я могу либо остановиться, либо летать дальше. Ого, меня взрывом откидывает. Короче, эта постройка называется Crazy, какая-то там машина Gravity. Во, Димас. Это мы гравитацию сделали. Значит, в одной комнате мы летаем, во второй не летаем. Давай хату разламываем, мы сейчас будем нормальными. О, Димас, точно. Видишь? Блин, я первый раз такой. А как они физику поменяли нашу? Офигеть, видели? Просто они поломали физику всей карты, и мы смогли летать, и что делать хотим. А сейчас не можем. Так, красота. Крутая постройка, Димас, крутая. А ты говорил, нет крутых. Вот одна из самых интересных. А тут написано, это сумасшедшая машина гравитации. Что-то там вы можете управлять там чем-то, контролировать. Чего всего. Погнали. Sound 7000. Тут написано, Димон. Иди сюда, колбаска, да, так желтая. Крутая штука, Димас, моднявая такая. Давай включим. Включай. О. О, тут открывается лестница, появилась. Димас, я внутрь могу зайти. Вот это ништяк. А чё там? Внутри. Я хочу от первого лица сделать. А внутри тут ничего. Оно закрылось. Не знаю, вроде это не музыкально, это просто крутится, Димас, пластинка. Да-да-да, посмотри, тут нету никаких приборов. Вот, блин, обманщики, это просто бутафория, а мы тут музыку настраиваем сейчас слушать. Ну, пластинка прикольная, кстати. Вот, все, нормально работает шкатулка. Мы просто сделали так, чтобы она не двигалась, поэтому не могло крутиться. Вот вы читеры, блин. А говорите, ничего не крутится. Я ничего не мог делать, я никогда так вам ничего не делал. Все, Димас, смотри, сейчас я ставлю, офигеете. Смотрите. О, это диджейский пульт.
пульт мощнейский. Давайте что-то тут посмотрим. Нажимай все подряд. Замутим, как всегда мы это делаем. Короче. Так, не, может, давай подряд все не будем нажимать. Я вот не вижу здесь вообще никакие кнопки, ты видишь? Где начало, я не пойму. Да, а где конец? Так, я понажимал. Может, нажимать здесь надо? А ну, от первого лица сделаю. Типа, Димас, этот, как есть такие программки, которые делаешь музыку, знаешь? Такие. Да, вот тут бит затаешь, типа. Да, ну это, блин, я... Почему не делают нормальные музыкальные построек? Угуна сложно. Вот возьми эту штуку в руки, посмотри, как тут все связано. Это жесть. Офигеть. Ого. Это дрампадс такой, надо все тут назначить, а потом... И что дальше? И ничего. А, непонятно, да. Блин, где тут нажать играть? Фиг знает, если честно, я не знаю. Сложная для нашего ума штука. Поэтому все, что мы можем сделать, только ее взорвать. Умный человек. Ого, она еще и крепкая оказалась, что? Ну, а мы крепкость-то вот так можем выбрать. Мы любим крепкие штуки. О, отлично разлетелось. Давайте так сразу три бомбы поставить и выстрелить, в три сразу. Нет, взрывается только одна, печально. Так, Димас, и на сладенькое робота, здорового. Мой любимый робот с ускорителями на ногах, вот это кабан. Димас, подожди, дай я посмотрю со стороны. Офигеть, роботище. Ух. Он мне нравится. Ой, здоровый, с глазиками, такой на пришельца похож немного. На него можно забраться с помощью вот этих кресел, Димас. Ну давай, Димон, заходи в голову, и вот я как раз смотрю на его мордяху. Так. Давай, сейчас. Давай. Захожу, не спеши. Димас. Зашел. Оба-на! Опа, ты поехал. У него что еще столько... может? У него весь просто все кнопки забиты, Димас. Так. Это влево. Так, это вправо. Это опа, рука. Рукой показываешь что-то. Опа-на! Здорово, пацаны! Всем привет! Прикольно. Так, а во. Это... О! Сразу две. Сразу у тебя две пулемет на плече есть, смотри. О, он сжимать может, смотри, свою лапу. Включи пулемет. Нет, нельзя никак. Опа, тоже сжимает. Он правую и левую может сжимать. Так. Я вижу. А это я не знаю, что он делает. Во, едет. О, так нифига себе он скоростной. Опа-на. Ничего себе. Я просто все кнопки не нажимал разом, надо было все понажимать. Че, Димас, а проверим его. А че он падает? Ты, Димас, походу ему какую-то тяжесть сделал. Никакой ему тяжесть не сделал. Сейчас я ему такую тяжесть сделаю, на тебе. Бум. Димас, ставь еще робота, хочу его еще раз взорвать. Еще раз взорвать. Да. Давай его подальше бомбу поставим. Смотри, вот эту маленькую, но подальше. Он сейчас именно развалится по красоте, Димон, смотри. Все, взрывай бомбочку эту. Смотри на робота. Не дотянет, наверное. Обшивка слетела, без трусов остался. Давай еще раз. Воу, не, надо было маленькую. Это прикольно. Димон, давай последний раз еще раз хочу его взорвать. Вот ты даешь. Ну мне нравится. Два одну большую бомбу и между ног. И все, пацаны, больше не ставьте ничего. Максимум прайм. Типа Оптимус прайм, только его копия, короче. Все, Димон, смотри, одна бомба между ног. Посмотрим, как его кишки разлетятся. Как от Макс летит. Красиво. Это было эпично. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это сейчас.